Shalom, dear friends, and we more and more hear amazing testimonies how God miraculously protected a people in the city of Sderot, in different kibbutzes from the hands of the terrorists, but also from the rocket explosions. And now I want to introduce one of our church members, Artur. Artur being on the 9th of October in the supermarket, and it was a special rocket shooting by the supermarkets by the hands of Hamas. How I know it? Because only for the short time our government sent us messages for 2 or 3 hours the supermarkets will work, and in the 2 supermarkets in Sderot exploded rockets, and by miracle, by God's mercy, God protect people. So I want you will hear the testimony of Artur. Артур, please tell us, what has happened at this day? Да, конечно. 7 числа мы все проснулись от ракетных обстрелов. Ну, прозвучало целый дом. Мы уже как бы привыкли, мы 20 лет под обстрелом живем. Ну, в этот раз было очень много ракет. А потом мне позвонил двоюродный брат из Ришина, говорит, никуда из дома не выходите. Я говорю, а что случилось? Он сказал, что по новостям передали, что у вас террористы в городе. И вот мы, я говорю, мы и не выходим никуда уже, куда выходить. И, значит, вот так мы сидели, 3 дня никуда не выходили. Электричество у нас было, слава богу, но интернет пропадал пару раз. Да, и на 3-й день уже, на самом деле, продукты закончились, все. И я с женой поехал в магазин в Рамилеве. И, ну, спокойно зашли. Правда, там солдаты были, охраняли кругом, вооруженные на всякий случай. Ну, уже такой мацав был. И, значит, уже набрали где-то половину агалы продуктами. И вдруг я даже не слышал целый дом. Я только услышал грохот такой, что и понял, что это ракета попала в здание. Я думал, сейчас потолок, наверное, провалится. Но, слава богу, никаких осколков, ничего не было. Оказалось, что ракета прилетела сбоку, врезалась в стену. Ну, естественно, все сразу побежали в Мамат. Да, конечно, испугались все тоже. Побежали в Мамат, потом... Была большая паника внутри магазина? Ну, была паника, да. То, что очень сильный взрыв был такой, что задрожало все. Да. Я думал, что потолок сейчас, наверное, пробьет, но оказалось, что не потолок попал, а в стенку. И, ну, слава богу, немножко пришли в себя и хотели дальше продолжить покупку, но в это время зашли полицейские и сказали, что магазин закрывается, просьба всех покинуть. И мы вот так и вышли ни с чем, без продуктов, и вернулись домой. Вернее, не домой, мы поехали в Суперсталь, а там тоже был до этого взрыв от ракеты. В другом супермаркете. В другом супермаркете. И стояла машина сгоревшая уже. И тоже магазин был закрыт. Мы так и вернулись домой ни с чем. Ну, уже кушали то, что было. Когда вы посетили супермаркет Суперсталь, уже успели потушить машину? Да. Или она еще была в огне? Она еще не... Она уже была полностью сгоревшая. Сгоревшая, да. Огня не было, там было много солдат. Пожарные? Пожарные, не помню уже. Пожарная была, наверное, да. Ну, машина уже была сгоревшая полностью. На дороге стояла она. Да, и этот суперсаль тоже закрылся, и мы вернулись домой. Чудесным образом Господь да, спас. Да, я говорю, ну, жене, слава Богу, что мы живы и здоровы, не получили повреждений никаких, а кушать найдем что-нибудь. Много людей было в супермаркете Рамилеве в тот момент, когда вы были? Ну, не так уж и много, но, наверное, человек 25, где-то вот так было, 20-25. Люди просто боялись на самом деле выходить. Да, они как бы услышали взрыв такой, пицуц, а целый дом я вообще даже не слышал. Может быть, там рамку ли такой слабый был, или что, я не знаю. И, слава богу, никто не пострадал. Мы как бы вот
У меня первый раз за 20 лет был такой случай, что я был в здании, в которое попала ракета. Я надеюсь, что больше не будет. То есть ты живешь в Сдероте больше 20 лет? Я живу 30 лет в Сдероте уже. И никогда, где ты находишься, ракеты не попадали? То есть рядом с тобой попадали, но туда, где ты, нет? Рядом было, да, около нашего дома несколько раз падало. А так, чтобы именно в это здание, где я находился, еще такого не было первый раз. Бог хранил. Да. So, friends, this is exactly the testimony how God, by the grace, protect people of Israel. You know, this rocket attacked, it was very strong, and this rocket exploded exactly to the pillar of the building, and nearby the pillar, big windows from the left and from the right side, big windows of the supermarket. I don't know why the rocket decided to exploit exactly in the pillar and not in the windows. God just protect lives of many people there. Also, my life and life of some family who I had to take with us here to the Shoresh. We decided to go another street first. I went to get my mom from she's home, and at that time it was rocket shooting and the siren, and we stayed in the home and not outside because we've been near, but I don't know why. It was a moment that God saved our lives, and part of the Iron Dome fell down and damaged our car. If few minutes before we went and we came down to the car, maybe this piece of the rocket will kill us, I don't know. But I want to thank each of you for your prayers for Israel, because our lives given to us by the prayers of the Holy Spirit.